Итак, всем привет! Не удивляйтесь, что мне так в комнате темно, потому что сейчас уже 2 часа ночи. Я сейчас снимаю видео, потому что у меня объявление. Я еду в Грецию завтра, уже сегодня через 4 часа. И поэтому хотела бы сказать, что я буду снимать много-много влогов там, потому что это будут 2 недели, это будут сборы спортивные. И поэтому вот, так что ждите. А сейчас мы в поезде. А ваша ручка? Мы уже в самолете. Да ладно, мы уже в самолете. Это тут Ваня. Мы накупили кучу всякой еды. Я Иван. А, Иван, да, мой брат, кто не знает. И мы ждем, когда будем летать. Это наш сопровождающий. Его зовут Игорь, он не хочет сниматься. Игорь, ты все равно попадешь ко мне во влог. В общем, Игорь у нас стесняется, это нормально. Я говорю, ничего, если даже ты уберешь паспорт, то все равно это зацензурит. Ты прославился. В общем, ладно, я выключаю, потому что меня заставляет. Так что пока всем. Итак, всем привет! Это как бы я уже в Греции, я не смогу сейчас вам особо показать. Но вот это как бы мой номер. Да, выглядит немножко убого, но это как бы мне нравится, уютненько, миленько. Всем привет, это Сонин канал. Да тихо ты! Сейчас у нас вечер, мы отдыхаем и просто развлекаемся. Это море. Корабль. А там Албания вдалеке. Материковая Греция, короче. Территория у нас тут большая. Вот такие вот мы живем в таких вот домиках. Куда идем? А, не знаю, мы просто гуляем. С камерой. Вот там у нас еда, обед и все, что как бы происходит. Вот. Там вот горка. Да, сказала круто. Мы не ходим вообще. Да. А завтра мы идем на экскурсию. И вот так вот все. Ну что, давай. В общем, до завтра, до экскурсии. Пока. Итак, всем привет. И я уже 4-й день в Греции. Я жутко устала, хочу спать. Но сегодня у нас был достаточно веселый день. Такой энергичный. У нас была экскурсия на Ахиллеон. Да, это дворец, который построила Елизавета Австрийская, приехав на Корфу. Да, и остров, где я живу, называется Корфу. Комната у меня, как я уже говорила, немножко такая убогая, но, блин, мы спортивный лагерь, мы не приехали сюда отдыхать в 5-звездочных отелях, поэтому вот. Так что сейчас я устрою некий рум-тур, как сказать. И вы посмотрите на мой бардак и на мою комнату в целом. В общем, с двери. Ну, дверь тут обычная. Потом я. Всем привет. Не пугайтесь, это шорты. Это обычные пижамные шорты, потому что я в пижаме. Вот. Всем привет. Дальше идет мой стол, который грязненький. Ну, это я сегодня купила. Это вот подвесочка. Тут, в общем, мазь для моей бедные ручки, которые до сих пор очень жутко болит. Да, вот. Она заметованная, она жутко болит. Но я буду снимать. Дальше тут всякие зарядки, сумки, бинты. Тут тоже бардак. Моя кровать. Влог для вас монтирую, да. Вот тут у меня ночник. Выглядит такой вот. Сейчас. Опа. И у меня такое темнота. А тут мой чемоданчик с моим кучей вещей. И вот так вот все. Вот такая вот у меня комнатка. Не жалуюсь, но... Я не жалуюсь, да, на соседки. У меня просто такие вот, они очень охренелые, скажем так. Но все. Не буду же я жаловаться на каждую мелочь, да ведь? Вот. Это лично моя комната, а комната моих соседок я вам потом и покажу, потому что сейчас уже очень поздно. Я снимаю, в общем, я снимаю это,
Я снимаю, я должна была полчаса как назад лечь спать, но я снимаю влог для вас, точнее, некий румтур. Блин, это даже румтуром сложно назвать, так что сейчас я буду домонтировать влог. Там всякие вот фрагменты, в общем, делать все, что надо для блогера. Да, и извините, если у нас сегодня была экскурсия, я не смогла снять достаточно, потому что у нас там все против вот этого вот всего, меня там принижали немного даже. И это было тяжело для меня лично, вот морально, поэтому я не смогла снять как бы так себя и снимала только объекты вокруг. Ну, извините, все с такого общества. Я пытаюсь, конечно, с ним противиться, но иногда это очень сложно. Так что вот, и напоследок смотрите на меня такую вот секую. И помните, что вы меня видите так последний раз, потому что больше я перед вами в таком виде ни за что не появлюсь. О, боже мой. Это называется шухер, представляете? Сонин шухер. Вот. Вот так вот, так что всем спокойной ночи. И помните, что я вас очень люблю. Так что пока, и надеюсь, что вы проводите время намного лучше, чем я. И вам все нравится, так что будьте счастливы и пока. А это... У меня наркотик. Он не нормальный наркотик. А это кто? Это буква «Иди», что ли? А плевать, тут великан. А у меня большой следит. У меня нормальный наркотик. Нет, они смотрите. Сейчас мы... Будем по дворцу Елизаветы. Это Ахиллес. Что? Из чуда это Ахиллес. Ты знаешь, я Ахиллес в опекар. А, да, вот только... Ахиллес. Единственное, что добавил Кайзер, это свой портрет. У Кайзера была инвалидность, у него одна рука была короче и как бы усохшая. И на всех своих портретах он ее умело прятал на фотографиях. То есть он не хотел выглядеть инвалидом. И при своем малом росте и вот усохшей руке на всех портретах, фотографиях он запечатлен очень грандиозно. Перешейком, а раньше в монастырь можно было добраться только по камешкам. Вы видите камешки? Тут нет мест. И вот эти вот лодочки, это морское такси, которое курсирует на Мышиный остров и возит туда туристов. Вау! Напротив мы видим юго-восточное побережье. Вот ваша... Drop the ball.